Сейчас будет вообще смертельный номер. Сегодня Всемирный день каллиграфии. Я, когда составил программу, я не придумал песню на эту тему, но Лидия, у нас у нее мозг пошипчинула, она предложила аж целую серию песен про письма. Ну и, естественно, первый, так сказать, главный, потому что там это слово дважды повторяется в самом начале, стала Вологда. И мы сейчас будем изображать с вами песняров. Кстати, история этой песни такова, что это не песнярская песня вообще-то. Она была написана аж в 1936, что ли, году. Ее исполняли Бунчиков и Нечаев. Чуть-чуть с другой мелодией и другим текстом. Кто такие Бунчиков и Нечаев? Ну, ты не родилась еще, когда песняры были. Так что Бунчиков и Нечаев, это я еще не родился. Вот. Но знаменитой ее, конечно, сделали песняры в 76-м году на вечере Матусовского или Макроусова, я не помню, чей это был вечер, но кого-то из них. Ну и вот мы сейчас песняров с вами будем изображать, а я даже пытаюсь что-то играть. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю, знаю точно, где мой адресат. В Кобе, где резной колеса, где же моя черноглазая, где? Вологде, где, 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 Вологде, где? В доме, где резной колеса. Сам я за ответом